Йоу, всем привет, с вами Никита Годзилла. Сегодня запишу видос про то, как я сейчас поеду делать, точнее, давать в ремонт купленный не так давно через Авито iPhone 5. Купил его за десятку, и буквально через неделю после пользования у меня он разрядился. Просто разрядился в ноль, перестал включаться, подавать признаки жизни. Вообще не включается, не реагирует на зарядку. Будьте аккуратны, когда покупаете через Авито. Да, и многие вопросы, наверное, почему, что у меня с глазом. Съездил в шейк, снимал там видео и получил за это пизды. Сейчас мы, короче, с Георгием встретимся. Телефон, он расскажет, что там с ним будет делать. Вот, а потом дальше поедем в чайный магазин. Магазин чайный, я не знаю, как правильно назвать. Короче, едем после этого в Дзен. Я еду покупать чай. Едем. Здорово. Привет, привет. Сколько ты поработал? Неделю меняли. Ну, давай я посмотрю и тебе отвечу. В любом случае, набирай мне, как что-то известно, потому что я на ходу, если что, подъеду сразу. Все, хорошо. Как бы, там. Давай, я на связи. Все, давай. Сколько он у тебя, говорит, проработал? Была четверка, нахуй я ее продавать решил. Сейчас едем в чайный магазин. Я не знаю, кстати, сейчас мы у Толмачевой спросим. Едем в Дзен. Шейх ебаный, это пиздец, ребята, блядь. Пока мы едем, я сейчас расскажу. В принципе, там-то и работают пацаны знакомые, как оказалось. Но это не помогло нихуя мне. А я снимал видос, просто уже сам как бы в щи был. Я снимал блог, влог, хуёк. Всем привет. Просто чуваки попались в кадр. Один начал там, типа, не снимай меня. А я, ну, как бы, вместо того, чтобы в вежливой форме ответить ему, ну, окей, типа, чувак, не буду тебя снимать. Тоже, как бы, включил, блядь, бычку, блядь, такой, типа, почему не снимает и кто, блядь. Ну, короче, слово за слово, и вытащили меня на улицу сами охранники, блядь, и смотрели, как мне дают пиздюлей. Вообще, очень весело получилось, когда я встал с кружкой пива, пошел в бар, ко мне подходит чувак и говорит: тут нельзя ходить со стаканом. Чего? Тут нельзя ходить со стаканом. А он без опознавательных знаков, без бейджика, без нихуя. Хотя нет, первый раз он мне когда сказал, я сидел там со знакомым чуваком, я говорю, ну окей. Потом я порядочным образом это все забыл, он подходит ко мне опять. Я же тебя предупреждал, блядь, что нельзя ходить со стаканом. В смысле, а ты вообще, говорю, кто такой? Я охранник, но я сегодня выходной. Почему нельзя-то ходить? Нельзя, потому что так надо. Охуенно у них там условия какое-то. Нельзя ходить со стаканами по заведению. Ну, видимо, там часто настолько пизделовки, что вот у них такой запрет, табу на это все. Так, насколько понимаю, набережная 16 это где-то здесь. Благополучно, да, в пизды, меня заставили сломать флешку мою, хотели отобрать камеру. И вот так благополучно я проебал жесткий диск, немножко здоровья, зато сделал вывод. Нехуй бухать, шататься по шейкам, блять, всяким разным. Надо завязывать с бухлом, потому что бухать я не умею, блять. Так, халял есть, вот этот халял, блин, а куда мне-то ехать, ёпта? Халял. Мусульманская библиотека. А Дзен где? Где Дзен? Но это все набережная 16 идет. Набережная 16, набережная 16. Это вот они, что ли? Вон чайная написано. Чайная. Ломаем флешку, короче, мы, ребят, находимся. Как у вас называется правильно? Чайная Дзен. Это вам не барная, это чайная. Парни, а где можно эту куртку куда закинуть? Что делать? Куртку запилить. Давай. Я все решил. Короче. Я тут ни разу не был, если честно. Чайные церемонии проводят здесь. Для меня это все новое, если честно. Добрый вечер. Да, да. Все, давайте. Давай, счастливо. Давайте увидимся еще. Угу. Ой, это кот, что ли? Собака, это собака. А как звать? Как? Ника? 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 Она маленькая, что ли, еще? Сейчас, на самом деле, чайная... выдвигаются цепи, короче, все остальное, и все превращается в БДСМ, подвал. Марина, рассказывай, где мы находимся, вообще, что происходит? Ну, присаживайся. Возьми, во-первых, там фиалочку себе. Где? Там, это маленькая? Сегодня, сейчас мало света, да, это нормально. Одна из атмосфер Дзен. Местные пацаны заходят? Есть. Районная, да, философия. Наверное, надо пройтись, наверное, совсем с самого начала. Да. У нас здесь Настя, у нас тату-мастер. Ты тату-мастер у нас? А, это у тебя видос был. А ты на ТВ, по-моему, снимал, да, репортаж? Да, да, как у тебя прозвище было?
Фразы. Енот? Енот, да-да-да. Пришел, татуху набил, чаю записался, чаю попил. Чаечки у нас китайские, только китайские, не ароматизируют. Ну ты чем занимаешься здесь? Я, вот видишь, чай набиваю. Ой, нифига, погоди, а ты так интересно делал, что это такое? Это заварничек, ты его перевернула и через него набивала. Да, пиалочку свою давай. Так. Вот эта штука называется чебань, вот это пиалочка. Это вот из чего я наливаю, это сливничек. На чебане все чайное действие происходит. Вот это чайничек. Вот это всякие фигурки. Если ты хочешь пить чай, то обязательно ставь вот пиалочку сюда. Если ты уже все не можешь пить чай, убирай ее. Либо переворачивай. Да? Ну, как бы обычно убирают. А вниз сюда ставить нельзя? Можно, можно. Вот когда ты уже все, не хочешь пить чай, что тебе пока не наливали, вот сюда ставишь. Ты мне сейчас расскажи, чем мы пьем. То есть, мы сейчас пьем сильно ферментированный улунчик, дахунпао, прожарка галаха, сильного огня. Ой, я сегодня заторчу. Заторчишь, конечно. Вот это один из самых таких, одних из дебильных вопросов. Во-во-во-во, давай, вот как раз читай, то, что интересно. Прет ли, а ваш пуэр прет? Нам приходили ребята, они в полной уверенности, что чай прет. Есть чайное состояние, есть, но он не прет, абсолютно не прет. Он может как расслабить организм, так и сбодрить. Брать пифо, мать, тоже брать пифо. Да, да, да. А то, что проливается, это нормально? Ну ты что, может, что происходит? Зачем ты это делаешь? Смотри, это... Так надо, да? Сколько стоит прыжок с парашютом у нас сейчас? Или в летний период? Ну, в зимний период или в летний период? Одинаково. 2,5 обычный прыжок, с инструктором 6,5. А как ты без инструктора? Разве можно прыгать без инструктора? Можно. Первый раз без инструктора? Да. А если парашют не откроется? Откроется. А если ты его не откроешь специально? Он все равно откроется. Блин. Мой план не удался. А если его цепить? Да, там если ты не открываешь через определенное количество времени. Ну, короче, автоматом, и он на определенной высоте один срабатывает. Если что-то вдруг случилось и что-то вдруг не сработало, что вряд ли может быть на военных парашютах, то есть еще запаска, которая на 400 метров открывается. Какую-то справку там надо, не надо, допустим, если вдруг ты полетишь, там у тебя что-нибудь там не... Не знаю. Может, там эпилепсия какая-нибудь. Может, да, падает, что-нибудь там, будет. Да. Слушай, ну там ты проходишь медицинскую комиссию изначально. Да? Во-первых, тебя, вот если ты, например, в субботу, каждые прыжки зимой по субботам, а летом каждый четверг и субботу. Если ты в субботу, например, прыгаешь, у тебя в пятницу предварительная инструктаж предварительный, угу. Потом в субботу утром перед прыжком тоже предварительная. А в субботу ты проходишь утром непосредственно перед прыжком медика. Он, если тебя допускает, то только тогда ты идешь на инструктаж. Ну, если ты инструктаж проходишь, все, тебя одевают потихонечку и перворазником в самолет. Марина, как вы относитесь к вейперам? Вейперы? Почему вы не вейпер? Почему не вейп, не кальян? Я не люблю ароматизированные приколюшки, вообще не мое. Если я курила сигареты, то только без ароматизаторов, добавок и так далее. Не могу, не нравится мне левый вкус. Вот, и поэтому ни кальяны, ни вейпы. Ну, хотя, может быть, вейп какой-нибудь, если только без вкуса, но смысл тогда его вообще. Мы вам покажем, ребята, все, что здесь вообще происходит, что интерьер весь. Где мы находимся? У нас еще не до конца все сделано. Ну, это как обычно говорят всегда все. У нас здесь вход. Обрати внимание на этот потолок. Короче, вот так мы заходим. Сейчас покажу вам с улицы. Я, в принципе, не помню, включал, нет? Короче, вот вход, чайная. Сюда заходишь, видите собаку сразу. Здесь Марина встречает всех гостей. Там у нас второй этаж. Здесь у то нас... есть это вырезать, да? Да это вот... Нет. Кто разрисовывал? Настя? Это Настя, это наш секретарь. Здесь вот у нас тату-салон. Здесь кава, тату, студия звукозаписи. Здесь нам только диван. Никого нет? Почему никого нет? Они же поехали еще за столом.
Where is everybody? Soul Music Production. Чайная. Я проводник в другой мир чайной церемонии. Да, да, да. То самое место, где мы, кстати, вот сейчас пьем чай. Я же бамбук в этом деле, я вообще не шарю в чае. Слушай, тебе надо просто не один чай, а... Разный пробовать. Да, на дегустацию прийти какую-нибудь пятничную, например. Так у вас здесь еще и дегустации проходят, да? Да, каждую пятницу, наверное, пятницы происходят. Мы пьем чаек с 8 вечера, ну, до 10, до 11 вечера. Пуэры. Шен-пуэры от самых легеньких к более таким мощным шу-пуэрам. Вот скажи на камеру сейчас, пока свет, про пуэры. То, что все думают, что пуэр прет и от него пуэр торчишь. Не прет. Пуэр не прет, это миф. Пуэр не закапывает в земле. Ну-ка, ну-ка, чего? Ну-ка. Не закапывает? Да ну-ка, как ну-ка, так? Что это за история? Ну-ка. Некоторые пуэры, особенно низкокачественные, имеют запах такой. Ну, кто-то говорит, москов стоячек, ноча рыбы. Ну, понюхай, что он пахнет рыбой. А это пуэр? Это шен-пуэр, да. Ну, понюхай, пахнет он рыбой. Нет, конечно, нет. Чаем вот. Это, ну, будем говорить так, низкокачественный пуэр. Вот это вот, низкокачественный? Ну, да, который пахнет рыбой, я не знаю. Он не пахнет рыбой? Ну, понятно, что у меня не пахнет рыбой. И у шенов тоже. А это что, это тоже пуэр, да? Это пуэр, это белый пуэр. Короче, это все вранье, что он в земле и все прочее. Это... Что это, маркетинговые, что ли, трюки какие-то? Да, это кто-то, кому-то, я не знаю, это все раскидывает вообще на весь мир. Бред. Что ты хотел спросить? Влажность. Влажность в запахе, во вкусе. Но это далеко не земля, и далеко в нем не закапывают. Это вообще бред. Приходите пить чай. Приходите пить чай. Чаек попили, да хватит. Нормально. Чё? Заебись, чё. Всем привет, пацаны. Привет. Так, блядь. Этот автобот или кто-то? Автобот. Да. Чё, больно? Да, было с конца. Чё, напил-то хоть? Подожди. Ну вот, кстати, обращайтесь. Ракун Студио. Главный на студии это мешок картошки. Короче, прощайтесь с нашими зрителями. Давай. Те, кто смотрит, давай пятюню. Давай. Адрес еще раз. Набережная 16, чайная цена. Контрольный выстрел. Да, татухи бить, приезжайте, короче, записываться к пацанам на студию. Ну а я поехал, короче, домой. Йоу. Вернул мне чувак телефон, посмотрел его, продиагностировал, протестировал. Хуевая новость в том, что телефон топленный. Телефон разбирали. Единственный, говорит, выход это, говорит, сейчас его выставлять на Авито и продавать. Но это на самом же деле хуево, да? То есть кому-то продавать такой же телефон. Нет, если честно, неохотно наебывать людей. Нет, дороже мое отношение, да и вообще душевное спокойствие, чем как материальная ценность, которая там 10 тысяч рублей. Ну, пиздец, ну и что, заработаю я эти 10 тысяч рублей. Я могу сказать только одно, проверяйте, когда покупаете на Авито. Лучше ехать в сервис, говорю, вместе. И после этого только отдавать деньги. Деньги проверяйте, кстати, тоже могут быть полевые. Пейте чай, вкусный китайский чай. Я, кстати, свой чай, который она мне дала, оставил вообще у нее. Замечательная чайная, мне понравилась. Переходите по ссылке, заходите, заезжайте туда, пейте чай и мир вашему дому, короче. С вами был Никита Годзилла, до следующего блога, всем пока, йоу!